Самые лучшие актрисы раньше или позже снимались в ролях проституток. Red Max представляет вам наиболее известных из них. Первая в списке у нас Джулия Робертс. Фильм «Красотка». Наверное, самая известная ночная бабочка в мире. В этом фильме показывается самая приятная часть этой профессии. Джулия сыграла эту роль просто на отлично, за что и получила «Золотой глобус». Элизабет Шу. Фильм «Покидая Лас-Вегас». В этом фильме Элизабет сыграла проститутку с золотым сердцем. Вместе с Николасом Кейджем они были номинированы на премию «Оскар», но, к сожалению, в том году ее не получили. Но это абсолютно не важно, если брать во внимание все очарование этого фильма. Катрин Денёв. Фильм «Дневная красавица». О красоте Катрин Денёв ходят легенды, и в этом фильме ее утонченность сыграла ей на руку. Она стала девушкой легкого поведения, не от отчаяния. У нее было все – деньги, любимый муж. Но порой хочется дарить себя и другим мужчинам. Другими словами, тут она настоящая жрица любви. Джоди Фостер, фильм «Таксист». Этот образ не забудет никто. Джоди сыграла подростка-проститутку, и именно эта роль принесла ей Оскара. Ах, это ее большая шляпа, шортики, цветной топик и наивная улыбка. Шарлиз Терон, фильм «Монстр». В этой роли Шарлиз просто неузнаваема. Она сыграла проститутку, лесбиянку и убийцу, что само по себе психологически сложно. Неудивительно, что она по праву получила за эту роль Оскар. Джессика Альба. Фильм «Убийца внутри меня». Милая актриса Джессика Альба сыграла проститутку в одном из худших фильмов всех времен. Эта роль не дала Альбе признания критиков и даже принесла ей номинацию как худшей актрисе того года. Мира Сорвина. Фильм «Великая Афродита». Еще одна скороносная роль проститутки. Фильм снял великий Вуди Аллен. В нем Мира сыграла проститутку, мать гения, которого усыновили другие люди. Ким Бейсингер. Фильм «Секреты Лос-Анджелеса». Ким Бейсингер повезло засветиться в одном из самых сексуальных фильмов 90-х, в котором она сыграла дорогую проститутку Веронику Лей. Эмили Браунинг. Фильм «Спящая красавица». В этом необычном фильме актриса почти всегда появляется голая. Роль была более чем необычной. Героиня Эмили спала во время секса с мужчинами. Мелани Гриффит. Фильм «Карманные деньги». Сначала фильм рассказывает о девушке, которая стала проституткой вынужденно. Недостаток денег толкнул ее на эту дорожку, но тут она встречает троих мальчишек, и один из них хочет познакомить ее со своим овдовевшим отцом. Тереза Рассел. Фильм «Шлюха». Наконец-то название, которое отражает прямую суть. В этом фильме Тереза сыграла настоящую шлюху, вульгарную проститутку, жизнь которой анализируется в деталях. Ну и, конечно, куда же без нашей интердевочки. Фильм рассказывает о девушке, которая живет с мамой и занимается проституцией. История проституток СССР запала в душу многим. Меган Фокс. Фильм Джона Хекс. Меган Фокс всегда достаются роли сексапильных, пленительных красоток. На этот раз она сыграла обворожительную ночную бабочку Лайлу, которая влюбилась в своего клиента и готова следовать за ним на край света. Моника Беллуччи. Фильм «Малена». «Малена» – одна из лучших ролей Моники Беллуччи. Ее героиня – молодая женщина, которая из-за своей божественной красоты становится объектом зависти всей деревни. Оставшись без средств к существованию, Малена вынуждена обойти на панель. Все эти фильмы и тысячи других кинокартин и телепрограмм вы сможете увидеть, установив у себя супервыгодный пакет телеканалов компании Red Max TV. Подключиться к телевидению нового поколения Red Max. Более 200 каналов, архив передач и фильмов. Пакет на любой вкус по цене базового. Звездочка 2186.